Первый городской книжный фестиваль состоялся в Центральном парке Владикавказа. Получилась настоящая выставка. Представители библиотек, книжных издательств, а также газет и журналов показали свою печатную продукцию. Желающие могли приобрести книги на русском и осетинском языках, глянец или же подписаться на периодику. Для юных посетителей фестиваля здесь тоже нашлось занятие по душе. Ребята создавали генеалогическое древо, наклеивая на ветки изображенного дерева имена близких и дальних родственников. Финалом книжного фестиваля стал вечер поэзии. На сцене каждый желающий читал любимые произведения классиков. Нашлись и те, кто поделился собственным творчеством.